Кейта. Вот есть у него тоже чувство штрафной, правда? Второй гол в сезоне. Раньше забивал регулярнее, даже хет-трики бывали. Помните его замечательный хет-трик в матче с Сарагосой однажды? Как же играючи вошел сейчас в чужую штрафную Месси. Словно бы, как со стенкой, играя с соперниками, мечтаете, вот раз, следующее касание чужое. Вот здесь мы тоже вроде бы почти зажали, нет? Нет. Вот раз коснулся соперник, вот два коснулся. А дальше только лево. И тут на ближней штанге один партнер, чуть в глубине Боэн. И третьим подключается чуть дальше Кейта, которого в итоге больше времени оценить всю эту ситуацию. Он и бьет, и удар прицельный. Ну что, есть еще шансы сбыться у моего прогноза. А вот небрежность Пике. Посмотрим, куда она может завести. Придется большими силами защищаться.